2 февраля. Еще один фильм снимем для Череповецк. Город. Не знаю. Быстрый заказ. Значит, соответственно, вскрываем Evolution, как мы его обозвали, 2.0. Последний привоз, последняя модификация. Много изменений. Ну, самое такое явное изменение — это вот этот принт. На подушке теперь на спинке мы не видим лямок, и подушка в 2 раза больше, чем на предыдущих моделях. Вот у нас как раз здесь коробочка старенькой модели стоит. Вот мы видим лямки и видим подушечку более короткую. Более объемом меньше, короткую. Соответственно, здесь уже подушка Memory без лямок, как положено. И под голову подушка тоже Memory. Кресло универсальное. Ну, на сайте они пишут 150 килограмм. Конечно, все остается. Колеса, пятилучья, газлифт, мультиблок усиленный уже здесь. Да, это все хорошо. Рама тоже усилили, сиденье тоже все хорошо. Раму спинки усилили, тоже все хорошо. Прежний остался угол наклона. Прежние остались у нас гильзы. Не гайки, гильзы. То есть, ну и опять же, 150 килограмм. Ну, 12 месяцев гарантии есть. 150 килограмм. Ну, посмотрим, как они будут себя вести. Просто там есть нарекания к сварочке. Сварочные швы все-таки делают люди. Человеческий фактор. Кто-то не выспался. Кто-то с бурина пришел. Кто-то вообще не умеет. Практикант. В этом человеческом факторе загвоздочка вся остается. А так, если в сторону эти гильзы, в сторону сварочной швы, Номанд уже уровень окрейсинга. То есть по металлу, по металлическим рамам, по функциональности, механизмам он уже как окрейсинг. Соответственно, даже выигрывает у окрейсинга по эргономики, по объему, по универсальности кресла. То есть в это кресло может залезть человек как и с весом 80 килограмм, так и с весом 120 килограмм, да, чего лишен тот же самый окрестник из-за вот этих вот упоров. Это производителем окрестника, производитель ребрейдинг, морально устарел модель. Так, значит, открываемый для Череповца Evolution 2.0. Чувствуется, что спиночка тяжелая. Отличается она от вот этой версии, которая у нас стоит в тест-зоне, именно внутренностями, своими кишочками. Все остальное, эргономика, размеры, все то же самое осталось, поэтому это смена. Лучшее алюминиевое прямое, тоже хорошо, хорошее изделие, мне нравится. Помним про угол наклона, правильно взаимодействуем, поднимаем рычаг без всяких скрежетов, то есть подняли рычаг до конца, потом только давим спиной на спинку. Это очень важно. Очень правильно делать все правильно. Заклянем на подлокотнички. Так. Заглянем еще раз сюда. Вчера делали распаковку уже более-менее подробную. Но мы еще раз. Вот. Итак, видим профиль с ребрами жесткости. Если будем сравнивать, например, с окрестником, там такой же профиль, такой же толщины, только он в 2 раза шире. Также увеличили вот этот поперечный профиль. Он был с ребром жесткости, но он стал на 0,5 мм толще. Замечательно. Гильзы, 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 гильзы. Но здесь гильзы допускаются. Мультиблоки. Здесь, конечно,
Нужно еще будет установить гайки сварные. Ну и заменить угол наклона, и все. И кресло тогда будет вообще огонь, универсальное. Самое лучшее на российском рынке. Все. Просто слепо можно брать только Номад. Никакие там зоны 51 даже близко не стоят. Ну хотя бы потому, что эта модель крепкая. Она выигрывает у зоны 51 на несколько сантиметров высота спинки, потому что зона 51 там 78-80, что-то только сантиметров у модели. То есть короткая спинка. Ну и по механизму, потому что есть у них тоже модели с такой пятилучей, ну они копируют литое пятилучье, на самом деле оно смотрится как литое, а если мы его переворачиваем, там сварные швы, все это вот очень трудно сделано, чисто копия. И еще паразитный вес плюс. Поэтому вот эта модель Номад 2.0 на данный момент до 30 тысяч самое лучшее есть, что в России. Это уже подтверждено. Смотрим мультиблок. Он у нас должен быть литой. То есть никаких металлических корпусов у него не должно быть. О, все. Это литой мультиблок без гильзы. Без всяких, без всякого человеческого фактора. То есть его машина выдавила. Детальки поставили, тяги поставили, всякие коромысла поставили, все. Он готов к эксплуатации. А другой мультиблок теперь с гильзой и металлический корпус. Каждую переборочку сварщик делает собственноручно. И опять же, человеческий фактор. Практикант в плохом настроении. С будуна, все может криво, не доварил, переварил, перегрел. Поэтому литье, и где не участвует человек, это лучше изделие. В принципе, все проверили. Также остается, если у нас 100 килограмм, 100 плюс, механизмы, крепежи эти тоже меняем, потому что... Как мы всегда говорим, эти болты по стандарту китайскому под ключ пятерку шестигранник, они не дадут крепления деталей к креслу надежного. Поэтому сразу менять их, если нагрузка на кресло 100 кг или выше. Потому что мы помним, что здесь у нас гильзы. Так, значит, Червовецк у нас уже тоже оплатил кресло. Это видео вдогоночку. Такое вот раскрытие. Так, но у нас там на сайте пока нету 2.0 модель, поэтому кто хочет заказать модель серенькую 2.0, соответственно черненькую с изменением строчки, красная, оранжевая, белая, заказываем модель Номад Браун, в комментарии пишем желаемый цвет. Также распространяются предзаказы на сам Номад 2 Браун, который будет тоже изменен, он изменен, ну и подороже он будет стоить. И ожидаем мы его, конечно, в марте, в начале марта.